Я тебя запомню. Я нажму на месте. Ты меня... Ты меня не зри. Что? Мне не нравится этот смех. Да куда ты? Что ты делаешь? Ладно, не хочу я. Ну, привет. И за нами такая серая, неприятная погода. Все потому, что дождик в этой игре. Ага. Вот. И мы собираемся туда пойти, чтобы стать торнадо. О, господи. Посмотрите. Я съела бананчик. Ой, я съела Змила. Человечка. Ой. А так можно? О, как да, ты сначала сразу взяла и съела человека. А, настоящего прям, подожди, не я не понял. Не совсем настоящего. Ну нет, я вижу, вижу, я понял. Урагана? Человечка, человечка, ураганом была я, но потом меня тоже съели. Я только заспавнилась, и меня снова съели. Капец, как много предметов. Ребят, мне это мега нравится на самом-то деле. Это да, это всегда приятно. Можно значит, лес схавать. Накачаться о. Быстро. О, человечек, действительно, вот съела человечка, боже мой. Да, он орёт. Ой, я не заметила, орёт он или нет, но он я его съела. Он орёт. Ладно. Орёт ещё как, Ульян. Ещё как орёт. Да? Угу. Вау, деревья. Блин, как просто. Прикольно деревья хавать. Мне нравится. Слушайте, а можно это же дома вот, хавать? Да, ты уже дом можешь схавать? Нет, нет, нет. У меня еще нет настолько много циферок. Давай-ка о, ты здорово. Не будешь отойди, меня кушать. Иначе я тебя съем. Это я уже заметила. Еще очень приятно, что карта большая, и за тобой сразу самый крутой ураган не погонится. По крайней мере, ну, мне так хочется, чтобы так было. Потому что я не хочу, чтобы меня так быстро съели. Мне просто так хочется. Ну что, ну не за мной вот гонится ураган. О, нет. Хотя я всего лишь 1000 размером. А, нет, все не гонится. А, ну у меня тоже скоро 1000. Ну, 1500, типа. Вон у него 6000! Я не хочу, чтобы он меня слопал, у него еще там все светится. Уйди от меня. Уйди. Ну конечно, конечно. Кстати, сдвиг. О! Там можно на shift нажать! Можно на shift. Я тебя запомнила. Ух ты! В общем, вот это вон. Месть! Там можно было месть нажать на месть. Ребята, в следующий раз, если меня кто-то съест, вот так вот будет неприятно. Нажмешь на месть? Я подумаю над этим, да. Потому что, ну как это? У меня уже 1000 было съеденных мною предметов. А меня взяли и слопали. Ну, вообще, мы, в принципе, можем пойти и на приватный сервер. Он здесь есть. Так, слышь, уйди от меня. Уйди от меня. Тебя сейчас съем. Вот я сейчас накачаюсь и как съем тебя. Блин, ну она прям не отличается от меня почти что по... О, могу? А, могу. Но она за мной гналась. Это, я считаю, ну, ничего страшного. Ой, Ульян. Ну, ой-ой-ой. Мне нравится, что тут... Нет. Нет, я около тебя была. Я тут деревья кушаю. Мне очень нравится, что здесь все вырастает заново и довольно быстро. Ага. Да, да. Ну, вообще, наверное, если бы было не так, то было бы тяжело играть в эту игру, где ты ураганы должен все хомячить. Что есть на твоем пути, и было бы мало предметов, было бы, конечно, неприятно. Слушайте, я у большого ураганчика ворую всякие штучки. А он тебе не слопает за это, ты будешь осторожен. Он маленький. В смысле, он большой, но он медленный, хотел сказать. Я маленький и быстрый. Хорошо. А вы пробовали shift использовать? Да, только что. Опять уйди! Я тебе запомню. Я нажму на месте. Ты меня. Ты меня не зри. Я реально нажму на месте, если он сейчас опять меня. А что она делает? Просто убивает человека, да, который типа тебя схавал. Не знаю. Вот проверим, если он сейчас. А он меня съест, да? Он меня собирается съесть. А он вас слопал, этот бекончик? Не знаю. Вот он, я его веду к тебе, Ёж. Я не специально. Не надо ко мне. Я просто убегаю. Понял, понял, все окей. О, я еще в этой части карты не была. А там такой большой ураган серенький. Почему он не слопает того зелененького? Возмутителя спокойствия. Понятно. Кого слопать, Ульян? Я уже 12000 сейчас слопаю кого-нибудь. Ничего себе! Я тоже, кстати говоря. А, ну 20000. А, тогда не слопаю. Да. Сколько людей, сейчас я их съем. Ну-ка сюда. Уж какой. Ну, кстати, да, я их не видела в самом начале. А сейчас реально они как-то разрослись все. Внезапно. Капец, они орут. Я их толпой захавал, они все как заорали. А почему я не слышу? Заорали. Может, я выключила звук? Может быть. Наверное, это не звук, музыка, а звуки просто. Да-да-да, они мне выключены были. Блин. Теперь слышу.
Ульян, схавать тебя? Не надо. Я знаю. Ты знаешь, ты. Хорошо. Мне не пришлось даже тебе угрожать. Помогите! А, меня сейчас кушают, меня съели. О, господи. Нажми на месте, это тот самый, тот самый. Это он? Да, это бекончик. А сколько у него, сколько, какой размер? А, ну сейчас 47. А, так 48 всего лишь. Но он на втором месте, так, допустим. На втором месте не круто, надо скормиться большому и убить его. А сколько стоит месть, ребят? 79 робоксов я потратила, и что? А, ты убила его! Да? О боже! А ничего, ничего. А почему мне не дали вернуться с моей, с моим, в общем, Блин, это, конечно, неприятно, но мне кажется, что это уже следующий донат. Ага, понятно. Ну, чтобы ты могла вернуться. Ну, в принципе, умно со стороны разработчика поделить это на два доната. Вроде как. Это да. Сможем ли мы вообще как-то дойти до того, кто тут первое место? Ну, вот таким вот образом, как ты сейчас сделала, почему бы и нет? Это очень хитро было, тем более всего лишь за 79 робок. Нет, ну слушайте, он вообще-то сам съел Лану. И меня хотел дважды съесть. Месть. Ну да. Я вот в прошлый раз девочку съела, почему? Потому что она за мной гналась. Я внезапно стала больше, и я ее съела. Как бы, все логично. Я так хотела стать больше и съесть его, но у меня не получалось. О боже. О боже. О боже мой. Я надеюсь, что она просто идет и ест. Нет, вы посмотрите, она сворачивает. Она сворачивает. Йоши, помогите! Где, 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 где? Что, где тебе помочь? Меня сейчас, наверное, спасет этот крутой чувак. Он меня спас. Все, он погнался за тем обидчиком. Ульян, а ты не ешь дома? Самое главное, это я пока не дома. Ем, потому что у меня не было возможности. Вот я гонюсь за этим домиком 5000. О, все, теперь возвращайся туда, где там эти построечки. И там просто так можно тусить. Мне было страшно, там этот ураганище это огромный. Да, это тоже. И второй по численности. В общем, по силе. Кстати, второй. Капец. Второму капец. Да? Ага. Ты думаешь, его съедят? А, подожди, в смысле третьему. В смысле, ну да, который, да. Вау. Слушайте, а дома реально классно тебе бустит. Да. Как только ты можешь их себе позволить есть, это все считай. Испугался. Так, все. Съеден. Тот съеден. Осторожно, Ульян. Хорошо. За нами огромный идет. Ну мы-то знаем секретный ингредиент этой игры. Да, да. Как бы. Слушайте, у меня уже 13 тысяч, неплохо. Неплохо. Да, быстренько ты так похавала. Ха. Ой, а вы крутили бесплатную покрутяшку? Не, а где это? Ой, мне кажется, нет. Целых три? А ну-ка. Так. В смысле размер? Три? У меня одна. Ну, да, у меня почему-то три. Размер плюс... Размер, стой! Ну куда ты? У меня тоже чуть не попался. А, там размер плюс миллион? Да, мне чуть тоже не попался. Ну, пожалуйста, направо. Для вида. Ну, все, пока. Ну, не, ну, зачем? Вот это зачем? Прям вот чуть-чуть оставалось. Ну, ладно. А я отбираю еду у большого чувачка. Слушайте, а он на самом деле такой пацифист. Он добрый. Ну, да. Да нифига, он просто медленный. А может, он боится, что ему кто-то отомстит? Ну, кстати, вот он сейчас меня загонит, он меня сейчас убьет. А ты будешь мстить? Серьезно? Блин, да, ну, но я его убью тоже, если он меня убьет, я его потяну за собой, это очевидно. Так, мне кажется, да, я вижу. Да, без вариков он меня хавает. Нет, блин, Лёша. А я еще его защищала. Ну все. Ну я его, ну, типа, утяну за собой, мне не жалко. Отомстишь? Да. Я бы тоже так сделала. Ну что, разработчик сам решил дать такую возможность, почему бы ей не воспользоваться? О боже мой, я вижу это. Все. Так, смотрим. Мне кажется, на его ты гибель. Даже доволен этим. Я доволен, правда? Это так. Чпунь. Чпунька, и все. Произошел чпунь. О, теперь Ульяна самая крутая. Я крутая на этом сервере. Неплохо. Вау. Вряд ли чел доволен. Да, но это, наверное, было очень жестко. Да. Ну, у него реально так дофига. Ульян, смотри, там чел может тебя обогнать, кстати. Да, я вижу, я слежу за ним. Он тут тоже дома ест, поэтому... Ага. А ты не хочешь его съесть? Ну ты не отдавай ему дома. Не хочешь его съесть? Просто так.
съесть его, ну будто бы, ну, он мне ничего плохого не сделал, как будто ну бы что? Не хочется. Вот, а смотри, потом он как раз кормится и как съест. А ну-ка, ладно, уходи, старайся. Ай, я сейчас зашифтую! Шифтую! Что-то как-то не шифтится. Ладно, я буду стараться его съесть, чтобы он не съел Лану. Ну он пошел куда-то дома кушать. Ульян, ты покушивай дома, а то он... Ты тоже ешь дома, Ульян. Да, все, он ушел. Ульян, слушай, а может ты меня слопаешь, а я пойду немножко посмотрю, что за скины можно купить. А я тебя убью. Не, Ульян, давай, я хочу посмотреть, я хочу скин какой-то, я надеюсь, что мне на него уже хватает. А ты вот направо не можешь нажать? Я shift нажала, блин, и развернулась. Да куда ты, что ты делаешь? Лана, не хочу я. Мне надо посмотреть. Мне надо посмотреть на скины. Опять тимятся, нехорошо. Это само собой получилось. О, тут такие дешевые ураганы. Надеюсь, мне хороший попадется. А, это ящички там покупать? Да. Ну, на второй мне тут очень странный шаг цены между скинами ураганов. Первый стоит 20 монет, а второй стоит 3000. А, ясно. Но мне только 400. Ну, у меня тоже 300 с чем-то, и я вот трачу за 20 и хочу, чтобы мне выпало что-то прикольное. Вау, неплохо. Эпический голубой цвет. Вы посмотрите, этот голубой, вот он, сверкающий ураган. Он меня хочет съесть, хочет меня съесть, но пока не съел. Где ты? Вот же он рядышком, я не вижу тебя. Ну, там синенький, да, вот этот, который 10 тысяч. Но он сверкает. А, нет, третий. А-а-а, вон. Это тот самый, который в прошлый раз он Лану съел, и она отомстила. Это тот самый. Ага. Я его запомнила. Он просто меня слопал, я запомнила. Он пытается за мной угнаться, но пока безуспешно. Угу. Ульян, смотри, вот он прям к тебе идет в лапы. И убегает. А, чего, боишься, конечно. Да. Ребят, а вы знаете, что можно пригласить 5 друзей, которые присоединятся, и тебе дадут бесплатно 1 000 000 размера? Ого! Неплохо. Да. Очень даже хорошо. Прикинь, абуз жесткий. Да. Но мне кажется, это нечестно по отношению к другу. Потому что, ну, как бы... Да, он его приходит пригласил на сервак. Да. Ага. А там чисто 1 000 000 сидит. Это твой друг. Ну, это, конечно, ага, хорошо, что это твой друг. Может, он будет защищать тебя там. Ну, да. И может, он даже тебя не съест? Может. А если съест, ты, возможно, даже его не убьешь, не отомстишь ему? Ну, да. Но это не точно. Так, ну что, за вами там никто не гонится случайно? Не. Отлично. Я живу себе и живу. А, ты уже 22 тысячи? Агась. Наел. Нормально. Ничего себе. Такой. А ты дома тут не хочешь поесть? Я тебя освобожу. А что такое? Ну, ого, просто, ну ладно. Предлагаю. Поем, пойду, ладно. Так, меня только не съешьте, а я тут маленькая, голубенькая, между прочим. А, ой, хорошо, ладно. Смотри, какой красивый ураган. Искрится. А, да. Прикольный, блин. Меня один раз хотели съесть. Ага, в таком скине. Ну да. Понятно. Нет, просто Ульяна историю жизни рассказывает тебе. Внезапно у нее что-то флешбэкнулось. Она такая: вы знаете, мне один раз хотели съесть. Да, о, господи. Один такой синий блестящий ураган. Ой, смотри, Ульян прям к тебе в лапы идет. Да, я хотела его прям слопать. А, подожди, так или мне? Он же типа... О, я пошел его гнать, слушай, пошел гнать. Ты можешь просто вперед ехать, а я его вот тут буду гнать. А ты вперед прям катись. А я не то чтобы прям такая... Слушай, ты меня не убей только. То я пытаюсь... А, ой, думаешь, смогу? Ну, конечно, сможешь. Я не очень быстрая. Ну все, ты уже не сделала, что я хотел, так что ладно. Ну что, а ты же не сказал просто прямо. Я сказал вперед. Я и шла. Смотри, а тут чел, что это такое, что это он? Сейчас я их обоих слопаю. Вальяжно чувствует так себя. Я никого не слопаю, блин. Я медленная. Ну ты умом, тактикой. Я же не знаю его следующего шага, как я могу тактику. А ты... предугадывай, как шахматист. Из меня плохой шахматист. Но я буду стараться. Не хочу, мне лень. Мне уже 90 тысяч. Подождите, он хочет забрать у меня мои дома. Мою локацию. Городишко. О, ребят, тут какой-то у человека... Посмотрите, это что за сундук? А, да, я тоже видела. Я думала, что это... ну, какой-то сундук, который ты слопаешь, этот ураган, и тебе дадут денег. Но, возможно, это просто... Это просто скин. Я его съела. Ничего себе. Капец ты, блин. Умом. А нечего на мою локацию тут ходить.
Вот так. Тебе и можно, Юша, можно. Спасибо большое, Лена, спасибо. Очень приятно. Я сегодня добрая. Так, где там еще челик, которого 24 тысячи? Ну, он там, он голубенький. Но он тоже такой синенький, кажется, блестящий. Ой, ребята, у меня что-то не естся домик. Наелась, получается. Кстати, а до какого размера здесь можно разъесться? Ой, я застрял! В смысле? А, все, отстряла. Да там домик просто строился, и я в нем немножечко застряла. Ого. Поэтому опасно в городе стоять и ждать, пока появятся домики. Ну, возможно, это работает тогда, когда ты большой. О, я тоже поел. Поел кого? Ты его съел? Где? Ничего себе. Я здоровый теперь. 60 это тысяч. Да. Ну, капец. Чего? Что? Мне не нравится этот смех. Что ты этим хочешь сказать? А, ты хочешь сказать, что ты хочешь меня съесть? Ну, ты еще маленький. Наоборот. Я тебя съем? Зачем? Не буду я. Так выйдет. Нет. Так, у тебя нет выбора. Нет, у меня есть выбор, знаете, выбор есть всегда. Вот что я хочу сказать. Минутка философии. Что, тебя съесть хотят? Спаси, за мной сундук бежит. А, о, хорошо. Сундук бежит. Это, получается, Dark Souls какой-то своего рода. Это да, еще какой. Он теперь Ульяну, правда, испугался и убегает. Все, вот так будет с каждым. Зато тут есть я. Ой, какие вы, конечно, вредины. А, он просто решил умереть. Ну ладно. Что? А тебе денег много дадут? Слушай, я не знаю. А сколько у тебя сейчас? У меня сейчас 943 вот этих вот доллара. У меня 659. Ну ты там налопал, конечно. Что-то да, я прям наелся. У меня 1000. Но мне кажется, этот скин дает больше денег за поедание. А, может быть, кстати. Чем дороже скин у человека, которого ты съешь, тем больше тебе дают денег? Не знаю. Нет, я... Или нет, или чем у тебя дороже, очевидно. Более редкий скин, он дает тебе какой-то буст. Тоже верно, действительно. Так вот, о чем я говорила? Я говорила, что, ну, про выбор, вот это вот все дела. Я могу закончить видео. И ты никого не слопаешь. Это нечестно. Я никого не слопаю. Да, ну нет, почему? Честно, я считаю. Я вот уже налопалась столько, что я уже не могу, меня уже не вмещается. У меня уже 163 тысячи. Поэтому, о господи! Все, ребята, всем большое спасибо за просмотр! Не, ну подожди, нет, нужно рекорд поставить. Подожди, иди сюда. Все равно видео заканчивается. Ну давай, будешь здоровой заканчивать видео. Ну ладно. Давай, хавай. 250 надо. Ладно, хорошо. Это дом мой, я его съем. Поняла, это мой дом. Че это? 270. Ничего себе, 270. Ну это, конечно, хорошо. Смотрите, какая я огромная. Ух, ха. Вообще. И корона красиво теперь смотрится. Ну все, теперь я точно думаю, что можно заканчивать видео. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. Пока. Пока.